В светлый для каждого жителя России праздник День Победы, исполняющий полномочия главы городского округа Андрей Булгаков, депутат Московской областной думы Владимир Шапкин и представители местного депутатского корпуса приняли участие в торжественной церемонии возложения цветов к вечному огню. В этом году она прошла с минимальным количеством приглашенных. К официальным лицам также присоединились военные Чкаловского гарнизона и представители Щелковского благочиния. В этом году по причине вспышки коронавируса не было шествия колонн и торжественного митинга. Почетный караул под реквием совершил трехкратный залп из винтовок в память о тех, кто защищал нашу Родину в тяжелые времена и спас мир от фашизма. Исполняющие полномочия главы Андрей Булгаков и депутаты во главе с председателем Еленой Мокринской возложили цветы к вечному огню. За годы Великой Отечественной войны Щелковским районным военкоматом была призвана 31 тысяча человек. Погибли в боях на фронте, умерли от ран и болезней, скончались в гитлеровском плену и пропали без вести 8345 человек. И сегодня, спустя 75 лет, в память о грозных событиях Великой Отечественной войны состоялась минута молчания. Михаил Налетов, Сергей Максимов и Сергей Василевский. Щелковское телевидение.